Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективное и достоверное в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR – Радио Института по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. Служебные автомобили с номерами серии Киджи, с полным баком топлива, авиабилеты даром, бесплатное лечение в санаториях и на курортах, бесплатные квартиры, высокая заработная плата и удостоверение народного избранника, владелец которого может позволить себе многое. Сегодня депутатам Жогорку Кенеша созданы все условия для хорошей работы. И даже чересчур, считают гражданские активисты. О том, какие партии за отмену льгот и привилегий депутатам Жогорку Кенеша, а какие нет, в материале Айтунук Нурдин. Развитые страны, да, богатые страны с развитой демократией. Практически нигде нет такого, что депутаты вот, безраздельно пользуются служебными автомобилями. Многие из них на работу ходят пешком или на общественном транспорте ездят. И это воспринимается вполне нормально. Я думаю, что для Кыргызстана неприемлема ситуация, когда наши депутаты, на мой взгляд, не заслужившие такого финансирования со стороны бюджета, имеют служебные автомобили, которые им, собственно, и не нужны. Плюс к этому автоматически снимается проблема с номерами серии KG, которые, на мой взгляд, вообще не имеют никакого обоснования. Зачем вообще они были придуманы? Отмечает член общественного движения за отмену льгот и привилегий депутатов Жогорку Кенеша Тамерлан Ибраимов. Многие становятся депутатами именно чтобы пользоваться льготами, привилегиями и возможностью спрятаться за депутатской неприкосновенностью, считают активисты. В связи с чем за отмену льгот и привилегий депутатов парламента весной этого года было создано общественное движение. Лишение льгот нужно не для того, чтобы мы посмеялись над депутатами, да? А для того, чтобы там в этот предвыборный цикл или в последующий создать условия, когда у коррумпированных чиновников и нечистоплотных бизнесменов просто не было бы поводов участвовать в выборах, чтобы не было мотивации обязательно туда проникнуть даже путем больших материальных затрат. Поясняет член общественного движения за отмену льгот и привилегий депутатов Жогорку Кенеша Азамат Тынаев. За отмену льгот выступила перед выборами и партия «Республика». По элитобъединениям предложено сократить количество депутатов до 65. Поддержали инициативу в целом 9 партий, которые баллотировались в Жогорку Кенеш. Можно убрать неприкосновенность. Если он чистый, нормальный человек, работает для народа, а ему от чего бояться? Пускай, если что-нибудь найдет, тогда уголовное дело откроет. Что-нибудь не такое сделает, пускай он тоже отвечает, как все. Говорит член партии «Республика Атайюрт» Максат Сабиров. И политики, и общественные деятели, и правозащитники поднимали этот вопрос, но до конкретных изменений дело не дошло. На самом деле наши государственные органы, и прежде всего Жогорку Кенеш, как представительный орган, работал в условиях, когда депутаты идут во власть, мотивируя свои шаги прежде всего не получением какого-то особого статуса, получением каких-то неоправданных льгот и привилегий, а четко зная, что придя в парламент, они будут долго и упорно работать, что их работа является ответственным видом трудовой деятельности, что их работа является не поводом для получения каких-то привилегий, которых нет у всего остального народа, а их работа является той составляющей, которая должна сделать так, чтобы наша жизнь улучшалась. И предложили всем 14 политическим партиям, участвующим в выборах, подписать эту декларацию. На сегодняшний день результаты такие. 9 из 14 политических партий эту декларацию подписали. Мы их у них или лично в руки взяли, или они нам в офис принесли. Я перечислил какие-то партии. Это партия Кыргызстан, это партия Республика Атайюрт, партия Бирбол, партия Алам, партия Атамекен, партия Замандаш, партия Конгресс народов Кыргызстана, партия Улу Кыргызстан и партия Бутун Кыргызстан Эмгек. Отметил юрист Тамерлан Ибраимов. От всех льгот и привилегий готовы были отказаться не все кандидаты в депутаты. 5 партий – это СДПК, АЗТ, Карнамыс, Уйнугу Прогресс, Мекен Интымалы не подписали декларацию. Некоторые партии говорили так. Да, часть льгот мы согласны с тем, что нужно отменить, но часть льгот нужны. Мы не согласны с отменой
значит, этих любовных. Другие партии обещали, говорили, мы подпишем, 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 да мы от них подписанные декларации не получили. Третьи партии сказали, что они в принципе не согласны с этим. Говорит Тамерлан Ибраимов. Как известно, ранее партия СДПК не раз заявляла, что выступает за отмену депутатской неприкосновенности. В связи с чем активисты были удивлены, что партия игнорировала инициативу. Я буквально вчера, позавчера ночью вернулся из агитационного поездки, поэтому мне времени не было, чтобы подписать или ознакомиться с какими-то документами. Просто времени не было. Во время работы в парламенте предыдущие 5 лет наша фракция, я лично сам поддержал такой законопроект, а автором такого законопроекта был Умирбек Абдурахманов, я поддержал. И, к сожалению, около 20 депутатов, 20 депутатов только поддержали. Поэтому я думаю, что в следующий раз таких депутатов больше будут. Рассказал лидер партии СДПК Чыныбай Турсунбеков. Выдвигаемые требования активистов необоснованно, считает член партии Арнамыс Турсунбай Бакирулу. В частности, лишить права пользоваться несуществующими льготами на санитарно-курортное и лечебное обслуживание. Также на бесплатный проезд в общественном транспорте. От дорогостоящих командировок депутаты отказались давно, комментирует Турсунбай Бакирулу. Они и так ограничены. Сегодня в парламенте не разрешается поездка за счет бюджета. Мы только за счет приглашающей стороны едем. В течение вот уже 5 лет мы уже так ездим. Поэтому этот вопрос, они просто не знают и заявили об этом, вот эти инициаторы пресс-конференции. Такого вопроса не стоит. И депутаты ездят все время за счет того, кто пригласит. Тем не менее, сегодня только на содержание аппарата Джоур Кенеша тратится ежегодно 1 миллиард сомов, отмечает Джамиль Акималиев. Нардеп легендарного парламента считает, что в годы его депутатства народные избранники обходились без помощников и без всяких депутатских бонусов. По его словам, народных избранников от других граждан должна отличать только высокая ответственность. Я еще, будучи депутатом легендарного парламента, вступал против этих привилегий, против этой неприкосновенности пресловутой. Я сейчас полностью поддерживаю те политические партии, которые договариваются о том, чтобы вообще убрать эту неприкосновенность депутатов. Между прочим, если мы уберем неприкосновенность, то не будет вот такого ажиотажа в нашем обществе, которое рвутся обязательно стать депутатом, потому что нельзя жить, работать или служить народу без всякого депутата, что ли? Нет, за привилегией. Мы же тогда ни зарплату не получали, 350 депутатов. У нас не было квартир, не было служебных помещений, не было специальных машин, не было у нас ни помощников, ни советников. Ведь сейчас на содержание аппарата Жогорку Кенеш сейчас тратится 1 миллиард сомов. Это же жуткая штука. Поэтому я за то, чтобы вообще убрать все привилегии, особенно вот понятие о неприкосновенности депутатов. Это вообще ущемляет интересы гражданских прав других наших людей. Это нонсенс. Говорит депутат легендарного парламента. Необходимость отличить суть неприкосновенности, отмечает общественный деятель Урусбек Тущеев. В первую очередь она должна служить не вседозволяющим преимуществом, а залогом безопасной депутатской деятельности. Так как в 2000-х годах, когда отменили неприкосновенность, были случаи, когда депутаты становились жертвой политических игр. Законно записано. Если он хулиган, его сажают. А вот если его выступлениях, при выступлениях, за выступление его не наказывают. Он поэтому защищен своей, так сказать, его льготой. Вот, например, неприкосновенность, когда-то мы при нас, мы отменили. Потом, когда, помните, в 2001 годах Бекназарова посадили. Посадили депутата ни за что. И тогда мы восстановили этот закон. Когда мы доказали, действительно, Бекназаров был не виновен, его придумали и посадили. И тогда получается так, критикующие высшие органы власти, они сажают, это тоже неправильно. Вот поэтому все в пределах должно быть. Рассказал общественный деятель Урусбек Тущеев. Инициатива убрать привилегии поднимается практически перед каждыми выборами, говорит политолог Токтогул Какчикеев. Однако пока не удается лишить депутатов преимуществ. Мы же знаем, что на сегодняшний день 16 депутатов арестованы за преступление. Как можно после таких явлений говорить о том, что они плохо живут? Вы посмотрите, по положению о депутатах, они приходят, строят дома, и они живут. Они потом, заканчивается срок, они его сдают. Но они же их присваивают. Каждый СОЗУ строит дом, а потом его себе забирают.
потом ездит на богатых машинах. Они 8 часов работают, а в это время эти машины километры крутят. Это актуально. Но хочу сказать, что эту идею подавали еще со времен Акаева. При Бакиеве. Сколько это было? Вот этим, каждые выборы, этим борется и ничего не получает. Потому что они просто знают, что это не, никто на это не пойдет. Говорит политолог Токтогул Какчикеев. В мире уже прочно вошло понятие к чиновникам «слуги народа». Однако сегодня в Кыргызстане они живут лучше хозяина, который содержит их полностью. И все бонусы за депутатство оплачиваются именно с кармана каждого кыргызстанца, который оплачивает налоги от своего дохода. По словам активистов, сегодня большая часть депутатов не выполняет даже основные обязанности, работая в течение 5 лет в ущерб экономике. То есть расходы на их условия не оправдываются. В связи с этим активисты предлагали баллотирующимся партиям подписать декларацию. Согласно документу, если после выборов они проходят в парламент, то в течение месяца должны инициировать поправки, отменяющие все льготы и привилегии для депутатов. Но не все партии согласились с этим. Из 14 партий всего 9 поддержали, а остальные не хотят отмены льгот и привилегий, ссылаясь на те или иные причины. Но все же инициаторы движения надеются, что после выборов Жоор Кенеши 6-го созыва поддержат их требования и примут соответствующие поправки в профильные законы. Айтан Ухнурдинов специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR Радио Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.